Брест – город с богатой тысячелетней историей. Обращаясь к ней сегодня, мы, потомки, по крупицам изучаем то, что связывает нас и наших предков. Знакомимся с тем, насколько непростой, но интересной была их судьба. Прикоснуться к уникальному наследию культуры и искусства Бреста предложили в год миллениума представители областного краеведческого музея, открыв новый проект «12 артефактов». Из музейных коллекций будут показаны 12 предметов в течение 7 дней. Каждый месяц на протяжении года это будут раритеты, это будут уникальные предметы. Это предметы, которым сродни определения первый, единственный, уникальный. Они все разные по своему происхождению, предназначению, времени возникновения, легенде, в конце концов. Но их объединяет одно очень важное обстоятельство. Эти все предметы связаны с историей и культурой нашего города Бреста. Под звуки музыки и бурной овации зала публике представили уникальный предмет – самшитовый гребень, найденный в 1970 году во время раскопок на территории старого городища. Оригинал его ранее не выставлялся. С подробной копией жители и гости областного центра могли познакомиться в археологическом музее Берестия. Артефакт 13 века хорошо сохранился. В качестве узора на нем – буквы кириллицы. На демонстрацию предмета отводится неделя, так что у всех желающих есть возможность прикоснуться к истории в буквальном смысле. Кроме нового проекта «12 артефактов», сотрудники краеведческого музея реализуют еще несколько инициатив, адресованных тысячелетнему Бресту и горожанам. У нас целый ряд проектов подготовлен к юбилею тысячелетия Бреста. Самая главная наша задача – это реэкспозиция археологического музея Берестия и капитальный ремонт, который сейчас идет на этом объекте. В ходе реэкспозиции будут открыты новые залы постоянной экспозиции, будет очень много введено новых музейных предметов в экспозицию, ну и сам музей преобразится своим внешним обликом. Что же покажут брестчанам и гостям областного центра сотрудники музея в феврале, пока секрет. Однако организаторы обещают, интерес к этому предмету будет не меньший. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ».